Добрый день, дорогие зрители модного шопинга. Мы вновь в Москве, торговый комплекс «Садовод», элитная обувь. Находится данный павильон на первом этаже корпуса Б. Адрес вы видите, работает он оптом и в розницу. Смотрите обзор до конца, я постараюсь вам показать полный ассортимент, ассортимент женской обуви. Галина и Ирина вас ждут. Если вам что-либо понравилось, делайте скрин, присылайте, звоните. Все контакты будут на обзоре, а также под обзором. Размерный ряд 36-43. Есть доставка также от одной пары, ну и производство Турции. Ну что ж, мы начинаем. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Стартуем. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вы находитесь в торговом комплексе «Садовод», корпус Б, ряд А, павильон 35-37. С вами Ирина. Галина. У нас очень большой выбор, девочки. Дорогие друзья, и кроссовки, и сапоги, и туфли, и зима, и осень. Мы вас приглашаем. Будем очень красиво обслуживать. Работаем с 7 утра до 6:30 вечером. Находимся в корпусе Б, ряд А, павильон 35-37, красная вывеска, элитная женская обувь. Пожалуйста, приезжайте. У нас огромный выбор. От 33 размера начинаются и до 43. Поэтому, если у вас есть знакомые, может быть, даже с маленькой ножкой или с большой, предлагайте. Наши контакты будут под этим видео. Можете звонить, уточнять по телеграм-каналу или по WhatsApp о наличии товара. Делайте скриншоты, не ленитесь, девочки, потому что, когда вы приходите уже и знаете, что именно хочется вам, намного упрощаете свое и сокращаете тем самым время, конечно же, и свое, и наше. Ну что, поехали? Я представляю вашему вниманию новинки, зимние сапоги, еврозима, цвет такой прям глубокий-глубокий зеленый цвет, на самом деле, может быть, не так виден цвет, на самом деле, и есть еще они в черном цвете, а также замшевые. Модель идет с 36 размера по 41 размер идет модель, цена у них 14500. Также представляю вашему вниманию сапоги на боли. На прям не просто более, а на очень полную ножку. Видите, как видите, тут у меня две руки помещаются. Они идут тоже с 36 по 40. Здесь прекрасно, даже у меня вот 37, они прям довольно-таки свободненькие. Они и здесь имеют хорошую полноту. У меня нога там просто гуляет в 37. И по цене они 15500. Мой рост 1,62 м, и здесь по голени у меня 35. Поэтому вот эта вот модель, она в принципе на чуть плотнее, не чуть плотнее даже, на среднюю стандартную и чуть-чуть плотнее, они нормально застегиваются. Также представляю вашему вниманию сапоги замша натуралка, тоже еврозима. Сейчас до конца меха нет моделей, можно сказать. И они идут с 36 по 40 по цене 13500. Это невысокий каблук у них. Хорошая такая колодка, очень удобная. Нога у меня полностью лежит, прекрасно себя чувствует. А эта модель есть еще цвет такой, знаете, хаки. Красивый цвет у этой модели. Я решила показать черный цвет. А представляю вашему вниманию новинка. Шикарная модель, на самом деле. Вот абулы и прям... нога как в домике, и сидят они здесь по ноге, прям на мою худую ножку, скажем так, ну, на среднюю, стандартную, тоже прекрасно, и цвет шикарный. Они есть еще черная замша, идут с 35 размера по 40, они размер идут, здесь вот тоже идет замочек, цена у них 13800, модель просто шикарная. Она и смотрится на ноге. А также представляю вашему вниманию на более полную ножку. Вот такая вот модель классическая. Средний каблук. Идут они с 36 по 40 размер. Здесь, видите, вот как бы очень, ну, такая довольно-таки прям полная ножка.
замша натуралочка, евро зима. А цена у них 13 500. Также хочется, конечно же, показать новиночки. Сапоги высокие, середина колена, замша натуралка. Мех идет, конечно же, только по щиколотку. А с 36 по 40 размер идут они прям полномерные. Мысок более такой зауженный, но не сильно узкий. А по цене 14 800. Черная кожа. Также есть эта модель черная замша и бежевая кожа. Подошва толстая, утолщенная, не скользкая. А идут, модель идет с 36 размера по 41, цена 13 800. Ну, как видите, модель идет все-таки средняя, чуть больше, чем средняя нога по голени. И здесь идет молния, которая увеличивает полноту. Вот, видите, и за счет этого как бы они могут подойти и на очень-очень полную ножку. Кожаные сапоги, тоже зима, они есть также в замше, с 36 по 40 размер, идут они полномерные, 14 500 цена. И здесь тоже идет модель, ну, на более стандартная нога и чуть поплотнее. Они полутрубами здесь, поэтому, если у кого щиколотка может быть чуть поплотнее, тоже будут прекрасно. Вот такая вот новиночка. У нас сапог, кстати, получили мы очень много. Я думаю, что у нас предоставлена полная коллекция этого сезона. А модель эта замша идет с 36 по 41. Полномерные они. Цена у них 13 500. И здесь, как видите, прям на очень-очень полную ножку. Прям хорошая полнота. У нас очень много моделей, кстати, на полную ногу. А также, естественно, и на худенькую стандартную среднюю ногу. Представляю вашему вниманию полусапожки. Вот такие стильные, необычные. Шикарная модель. У них и колодка очень удобная. Мягчайшие. Черный цвет и коричневый цвет. Они идут с 36 по 40. Размер. Прям и полнота здесь довольно-таки хорошая. И цена у них 13 500. В этом году очень модный принт леопард. И этих моделей очень много. Это зима. Челси в двух вариантах показывают. Также эти модели есть тоже с принтом леопард, но не Челси, а просто на замочках. Я решила показать вам Челси. На правой ноге цена у модели 13 800, на левой 11 500. Идут обе модели с 36 по 40 размер. Они идут тоже размер. Представляю вашему вниманию такие вот ботиночки, полусапожки из одной серии. Просто одни идут шнурки и молния, другие просто на молнии полусапожки. Они есть серые, такой вот хаки и черная замша. Внутри идет шерсть, очень теплые, и по колодке вот настолько они мягкие, просто невероятно, очень удобная колодка. С 36 по 40 размер идут модели, по цене 7 300. На правой моей ноге замша натуралочка, они в черной замше и коричневая замша, немножко в рыжину уходит. С 36 по 40 модель на толстой подошве, цена у них 11, так, не соврать бы вам, 11 300, простите, чуть не насочиняла, 11 300. И вот такая вот модель еще тоже, она, эта модель, три четверти вот эти вот полусапожки, которые я показываю, они все идут несколько цветов тоже. Вот этот вот цвет такой немножко тоже серо-зеленый. Есть также черная замша и черная кожа. А идут с 36 размера по 40. И цена у них, я опять не запомнила, 10 800 эта модель. Представляю вашему вниманию вот такие вот модельки. Это одна и та же модель в коже и в замше. Это зима. Мягчайшие, средний каблук и невысокая платформа. Идут они с 35 размера по 40, цена у них 10 500. Колодка у них на самом деле очень удобная, мягкие,
классные. Зимняя, из зимней коллекции тоже новиночки, более классическая модель. С 35 размера по 40, цена у них 10 800. Классики очень мало зимней, но тем не менее. Есть они, кстати, подобные еще малютки. Вот такие вот модели тоже из этой же серии. Они похожи очень, тоже рептилия, масляная кожа. С 33 размера по 37. Эти модели 10 500 идут. Это вот такой немножко бордовый оттенок, а эти черные. Черные, и даже все равно немножко какой-то отлив идет на свету. Представляю вашему вниманию также из новинок вот такую вот классную, шикарную модель. На самом деле очень стильно смотрятся. Они под классику вроде бы и немножко такие стильненькие, но не вычурные. С 36 размера по 40 цена у них 9 500. Если я вас не обманываю, да, вот тут вот на каблуке, ладно. Кожа мягчайшая на самом деле у этой модели. И есть они также замшевые. Здесь замша, а тут будет отделка кожи, тоже ламинированная кожа. Также получили новинку на более толстой подошве, замша зима. С 35 размера по 41 размер 10 500 у них цена. Ну, вот одна из наших любимых моделей, мы их получили на повторе, поэтому если кто-то в них влюбился и не успел с первого раза, пожалуйста, получили модель с 36 по 41 размер. Цена у них 7 500, шикарная цена вообще для этой шикарной обуви. Здесь цигеечка полностью идет и кожа натуралочка. Подушка хорошая, не скользкая, вот она, видите, абсолютно не скользит. И, конечно же, не забываем, девочки, обрабатывать кожаную обувь и замшу специальными средствами от наших солей. Сейчас масса всевозможных средств от солей для кожи. Есть и воск, и масла всякие, и спреи. Кому что больше нравится, выбираем. Ну что, мы потихоньку переходим к кугам и кроссовкам. И на правой у меня ноге вот такие вот современные новые уги, они на липучках, липучки действующие, мягкие, комфортные и стильные одновременно. С 36 размера идет по 41, полномерные размеры, кстати. И цена у них 5300, черный цвет, бежевый и рыжий цвет. Все замшевое. А также на левой ноге у меня вот такие вот кроссовочки. Они есть еще покороче, я уже их, наверное, представляла. И идут они с 36 по 41 по цене 6500, но эта модель немножко маломерит. И цвета у этой модели, они есть еще бежевые и бежевые и черная замша. Мы продолжаем показ уг, тоже новиночка, кожа и замша в черном цвете. Модель идет с 36 размера по 41, цена у них 5500. Более толстая подошва современная, очень стильные модели. Представляю вашему вниманию дутики. Такие вот современные, интересные, с современным принтом. С таким принтом есть еще одна модель у нас дутиков. Здесь плащевка и здесь ламинированная кожа. Модельки идут с 36 по 40, цена у них 5800. У нас огромный ассортимент дутиков. Я вам сейчас покажу просто минимальное количество, а так по ассортименту у нас очень большой выбор. Цены начинаются от 4800 и выше на дутике. И размеры идут с 36 какая-то сетка по 40, а некоторые модели по 41, причем они полномерные. Вот дутики тоже, здесь ткань идет, плащевка такая довольно-таки плотная, они не промокают. Все дутики идут внутри на шерсти. Довольно-таки теплые, нога там как в печке будет для длительных прогулок с детьми, с собаками и не только. Эти модели вот шикарные. Они, вот эта серия идет с 36 по 41 по цене 4800. Они, несмотря на то, что они без молнии, но они очень легко обуваются. Видите, даже на подъемистую ножку без замков прекрасные обуваются модели. Есть такие специальные прям модельки у нас, мы знаем их. Подбираем даже на подъемистую широкую ножку без замка. Ну, мы, наверное,
не будем показывать на ноге все эти модели. Давайте пройдемся с Натальей просто по витрине и покажу ассортимент всех дутиков. Вот такие вот новиночки. Тоже разная подошва идет, разные расцветочки. Я говорю, в основном серия идет с 36 по 41, и они причем полномерные размеры. Модельки все в этом сезоне очень такие интересные, современные. Вот эта вот модель, кстати, в двух цветах. Эта модель чуть подороже. Она идет с 36 по 40. Цена у них 6500. Вот коричневые и черные. Здесь такой текстиль плотный. Прямо здесь кожа. И у многих моделей уже нет размеров, если честно. Но тем не менее мы ждем пополнения, потому что зима еще не началась. Но многие закупаются. Вот. И подошва, видите, совершенно разная. Есть модельки без молний, есть модели на молнии. Потому что не все любят без молнии. И есть такого плана. Вот эти вот легкие вообще. Тоже классная моделька зелененькие. Эти 5800. Они 5800. По 40 размеру этой модели идет сетка размерная. И вот такие вот как кроссовочные варианты, тоже с принтом леопард. Цена 5800 с 36 по 40. Они также есть в черном цвете. Вот такие вот вариантики. Черненькие и серенькие. Ну и также вот Наталья пройдет сейчас вам. А, вот на такой подошве еще дутики тоже. Классная моделька. Это самые последние завозы у нас с 36 по 41. Цена тоже у этой модели 4800. Они на такой подошве есть еще вот в таком варианте. Цвета тоже есть и в черном цвете. И есть еще вот такая подошва. Вот эта модель, кстати, на очень подъемистую широкую ножку. Шикарно идет. Она у меня как раз и на ноге тоже светлая. Но моделька, кстати, на очень-очень широкую ногу. Подъемистую. Ну и также здесь вот такие более полуспорт. Подошва такая интересненькая. Черные и беж золотистый. И цветные также модельки. В общем, дутиков очень много, на любой вкус подбираем. И на любую ножку можно подобрать. Большие размеры тоже есть. Галина их вам обязательно покажет. Те, которые большие размеры есть. Ну, а мы продолжаем показ. Хочется мне показать вам вот такую вот очень стильную модель. Там уже размеры заканчиваются. Молочный цвет, черный и фуксия. Модель идет с 36 размера по 40. Цена у них 6500. На самом деле шикарно смотрятся на ноге и очень удобные. Их быстро разбирают у нас. Ну, каких-то уже размеров нет особо. Ну, возможно, получим. И также представляю вашему вниманию вот такие вот крутые ботиночки, новиночки от Грациано. Бежевый цвет, замша. И также в черном цвете эта модель. Здесь идет тонировочка такая вот у замши, как ноутбук. Идет модель с 36 размера по 40, полномерные, такие хорошие размеры. Цена у них 14500. Крутышечки. Также представляю вашему вниманию от фирмы Грациано вот такие вот ботиночки. Они такие под полуспорт, в принципе, и не только. Черная кожа и бежевый цвет, такой темный кофейный цвет. Модель идет с 36 размера по 41. Грациано, как всегда, они размер. Цена у них 15500. А также от фирмы Грациано вот такие вот ботиночки. У меня на ноге они темно, такой кофейный немножко, наверное, цвет. А также есть они светлая замша. Не белая, но молочный, наверное, цвет больше, светлый беж. Модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели Грациано 15800. Все натуралочка, конечно же. Замша здесь прекрасная. Вот она играет, видите. И здесь цигеечка, конечно же. Все натуральное. От фирмы Кардициано. Это все натуральная кожа идет. Внутри идет цигейка натурально. Не путаем. Есть Грациано, а есть Кардициано. Тоже очень хороший по качеству. Подошва идет каучук с полиуретаном. Очень хорошо сгибается. Классика вот такая.
Подошва завышенная, теплая, не потрескается. По цене 9500. Это 41 размер. Они идут по 43 размер. Дорогие друзья, от фирмы Сандра Валери. Кожа рептилия идет. Все натуральное. Внутри идет цигейка натуральная. Они идут с 36 по 43 размер. Подошва идет тен, не скользящая. По цене 10800. Они еще кожа идут и черная рептилия. Я вам представляю серию комфорт. Легенькие, удобные. Подошва идет пенополиуретан. Идут на самую широкую ногу. Здесь идет кожа. Цигейка натуральная. По цене 7800. Вот эти вот тоже очень удобные. Легенькие на любой подъем. Идут по 43 размер. По цене 8500. Такая вот новиночка от фирмы Мелани. Натуральная кожа. Подошва идет чуть-чуть танкеточка, манка. На широкую ножку по 43 размер. По цене 9500. Внутри вот идет и цигейка. Это не шерсть, это цигейка, все натуральное. Вот эта модель от фирмы Кардициана. По цене 9500. Подошва чуть-чуть спереди завышенная. Каблучок спокойный. Размер по 43 идут. От фирмы Байонезе. Натуральная кожа. Натуральный мех. Вот, все натуралочка идет. По 43 размер. Подошва очень хорошо сгибается. Они типа берцев. По цене 9500. Вот эта вот модель тоже очень красивая такая. По цене 10500. Все кожа. Очень интересно. Здесь цигеечка идет. Подошва сгибается. Эти кроссовочки все натурально идут. Легенькие, удобные. По цене 5500. На левой 5800. Сапоги с 36 идут по 43 размер. У меня рост 1,68 м. Очень красиво садятся. Кожа идет высшего качества. Евро. Вот здесь вот идет цигеечка по щиколотку. Застегивается очень легко. Здесь еще на любую полноту ноги. Кожа очень красивая, следы воды не оставляет. Просто воском обработали, самым дешевым для реагентов. И они вам долго-долго будут служить. Замша натуральная от фирмы Сандра Валери. Подошва очень удобная, модель очень легкая. Еврозима. По цене 13800. Вот здесь вот идет флис, а здесь цигеечка натуральная. Не скользят. Очень легко застегивается на любую полноту ножки. Дорогие друзья, если вы досмотрели ролик до конца, то мы вас, конечно же, благодарим за это, за уделенное время. И если вас что-то заинтересовало, то мы вас всегда ждем у себя в павильоне с Галиной. Мы находимся корпус Б, ряд А, павильон 35-37, элитная женская обувь. Работаем с 7 утра до 18:30 вечера. Пожалуйста, приглашаем, будем вас обслуживать. В общем, ждем вас всех. Ждем ваших комментариев. Если вас что-то заинтересовало, приглашаем к себе в свой павильон. Рады будем видеть вас и всем. Пока-пока. Пока-пока.